Дым и неприятный запах мусорного полигона Аша уже долгие годы отравляют жителей села Джапалах, вызывая бурное недовольство. А всему виной близкое расположение свалки к поселку. Местные жители просят перенести полигон подальше. Мусора все больше, летом не отбиться от мух. Ставим специальные средства, но тщетно. Вечером мусор сжигают, из-за дыма даже дышать нечем. Обещают решить проблему. Вот и ждем. По словам сотрудников муниципального предприятия Уштазалык, на свалку сбрасывает мусор вот уже полвека не только горожане, но и близлежащие поселки. Два-три года подряд письменно и устно обращаются к нам, а также органам местной власти. К слову, полигон был построен еще в советское время. Сейчас полигон переполнен. Площадь этой свалки 30 гектаров. В день сюда привозят порядка 700 тонн мусора. Учитывая накаляющуюся экологическую обстановку и требования населения, принято решение в грядущем году начать строительство нового полигона, который, в отличие от старого, будет отвечать международным стандартам. Полигон санитарных норм долот, айлына столуг менен тосулат, 3 метр. Новый полигон построят по всем санитарным нормам. Границы оградят трехметровыми оградами. Выроем котлован, обязательно постелим водонепроницаемую пленку. Также будут работать тракторы, чтобы прессовать мусор. Кроме этого, у входа поставим весовой контроль и сортировочную ленту. Специалисты отмечают, после завершения всех проверок начнется строительство нового мусорного полигона в 24 гектара. Сейиль Карыбекова, Джантай Макенов, Эрмек Муратбекулу, Пирамида, Ош.